Привет-привет, мои дорогие, всем доброе утро. Решила с вами поболтать 5 минут, задать вам правильный настрой на день. Вот. Сегодня я с утра пораньше... Спасибо. Я сегодня с утра пораньше сдала кровушку. Взяли вот отсюда, потому что у меня реально очень плохие вены. Настолько плохие, что, знаете, когда рожала второй раз... Причем рожала по большому знакомству. Мне ставили капельницу, потому что у меня и первый, и второй раз не было схваток, да? Вот такие вот особенности. Видимо, воды отходят, а схваток не было. И мне делали стимуляцию. Шапочка, это, по-моему, Зара, прошлогодняя коллекция, стоила 3 копейки. Ну, сейчас как-то же, знаете, это собралась. Ну вот, и мне поставили капельницу, и не попали в вену, и капельница текла мимо. Поэтому я... У Юры каникулы каждые 4 или 5 недель. У него были каникулы, когда мы были с ним в Турции в начале октября. А сейчас у него каникулы с 16 ноября. А мы учимся по другой системе. Каждые 5 недель у нас каникулы. Сейчас у него будут уже вторые каникулы 16 ноября. Ну вот. Сдала кровушку. Какой веселый молодой человек идет с музыкой. Дала кровушку, потому что делаю это регулярно. Вы знаете, да, я вам рассказывала уже давно, что я на ГЗТ, на гормонозаместительной терапии. Вот, и я даже раньше я это делала раз в год. Про акваэробику я могу сказать, что акваэробика хороша для пожилых, беременных и тучных. Вот. Ну или для тех, кто вообще ничего не делает. Лучше акваэробика, чем лежать на диване. Ну вот, а сейчас я каждые полгода сдаю... все гормоны. Ну, так, примерно полгода. Последний раз я это делала в Кисловодске в июне. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, как раз полгода. Вот, сдаю все гормоны. Ну, какие все? Я сдаю все гормоны, которые так называемые женский, такой женский гормональный фон. Вот, и также сдаю на витамины. Но на витамины сейчас сдавать не стала, потому что я добавки эти витаминные пью только, когда я была в Америке, в августе, начала их пить в сентябре, поэтому на витамины сдам где-то через полгода. Чувствую себя прекрасно. Про ЗГТ. Слушайте, я делала уже посты не раз, но хорошо, сделаю еще раз, но на самом деле почти дошла до дома. Вот, кстати, вот здесь вот работает Катя Галанова, у которой я делаю ресницы уже 3 года, да? А вот напротив, вот там чуть подальше мой дом. Мне жутко удобно это. Вот. Про ЗГТ писала. Вообще, на самом деле, когда пишу посты, много раз вам об этом уже говорила, мне как-то обидно, что достаточно мало лайков, мало комментариев. Лайки – это вообще отдельная, как бы, страшная история. Никто не хочет лайкать. У меня 1 800 000 подписчиков. Все живые люди. Ну, все, что... Я из Москвы, мои дорогие. Все, кто со мной давно, знают, да, никогда накрутками не занималась. Мало того, свой аккаунт никогда даже не рекламирую в других блогах. Вот. И у меня реально все живые люди. Но эти живые люди вообще не хотят ставить лайки. Вот. Я, конечно, там не тягаюсь за девочками, у которых по 90, по 100 тысяч лайков, потому что они их покупают и тратят на это по 200 тысяч рублей в месяц, да? Все девочки, у которых... Ну, я там не говорю сейчас про Бузову, например. Да, про Бузову не знаю, там у нее 12 миллионов. А все девочки, у которых примерно... ну, там, 2 миллиона подписчиков, около 2 миллионов, и у кого там лайков 70 тысяч, 90 тысяч, эти девочки лайки покупают, и покупка этих лайков на месяц стоит, естественно, 200 тысяч рублей. Я не считаю нужным тратить такие деньги на покупку лайков. Ну, я пока еще не сошла с ума, вот. И мне, конечно же, обидно, что вы вот эти лайки не ставите, но, тем не менее... Все равно всегда для вас пишу полезные посты. И, естественно, вы все эти посты можете посмотреть по моим хэштегам. У меня есть хэштеги. Да, такое бывает, что вы лайкаете, а лайки не прибавляются. Это косяки Инстаграма.
Вот, вы лайкаете, лайки не прибавляются. Ну, что делать? Это косяки Инстаграма. Вы подписываетесь, потом смотрите, а вы отписаны. То же самое, кстати, хочу вам сказать, что вот сегодня я буду уже разыгрывать iPhone, да, вечером iPhone или деньги, и вы, пожалуйста, проверьте все свои подписки, потому что много раз так было. Человек вроде бы подписался на всех, заходит, проверяет, а там не все подписки. Ну, вот, собственно говоря, мой дом. Я купила здесь квартиру где-то 2 года назад. Это улица Гелеровская, центр Москвы, параллельно идет проспект Мира. Вот. И я очень хотела жить на улице Гелеровской, потому что я почти 20 лет прожила на Алексеевской. Для меня это прям такое близкое место. А этот дом, он мне как-то всегда нравился. Но вот сейчас, если честно, я, конечно, разочарована тем, что, ну, подъезды выглядят печально. Поэтому, несмотря на то, что я сделала просто охренительный ремонт, который мне дико нравится, я все-таки для себя решила... Я, наверное, куплю себе квартиру либо вот в этом вот доме напротив, но там очень мало, вот видите, да, с такой вот зимним садом, вот либо здесь, но здесь как-то мало продается квартир, вот там вот есть продажа, но это не квартира, а офисное помещение, либо я куплю себе квартиру вот в этом вот доме, который практически прилегает к моему, дом дорогой. Дом дорогой, но там нормальная... Вот видите, у меня тут массаж в соседнем доме. Там нормальная входная группа и так далее. Вот, потому что, знаете, как-то с возрастом меняется отношение. Вот ты заходишь, например, выходишь из своей шикарной квартиры. Квартира у меня реально шикарная. Я там в ремонт вложила только в 5 миллионов вместе с мебелью и обстановкой. И вот сейчас нам сделали вот входную группу нормальную. Видите, так все вроде культурно. А вот и мои подписчицы с утра пораньше, никуда не спрятаться, не скрыться. Уже в парке одну увидела, а другую возле дома. Вот, ну вот, знаете, входная группа нормальная, а вот заходишь в подъезд, и подъезд, конечно, выглядит, ну, как минимум по-сиротски, да, как минимум по-сиротски. Ужасная плитка. Вроде бы покрасили стены, но все равно, вот знаете, как-то мне как-то это все не очень нравится. Ну, как все, значит, не парьтесь. Мне это не очень просто нравится, и я могу себе позволить, в принципе, купить квартиру и в более хорошем доме. Но на самом деле, у меня 8-й этаж, но на самом деле, конечно, знаете, вот ремонт жалко. Машину. Слушайте, мне машина не нужна. Я не настолько бедна, чтобы быть у себя водителем. Вы такие смешные. Ну, это какая-то провинциальная, наверное, заморочки, или просто из Советского Союза еще заморочки, что машина – это признак какой-то, знаете, роскоши там или еще чего-то. Вот. Но смотрите, у меня вот уже 30 ноября, то есть где-то через год, будут сданы 2 квартиры, которые я купила на Павелецкой весной. Но я туда, конечно, переезжать не буду. Я буду их либо сдавать, либо их продам, когда они будут построены, и куплю что-то другое. Вот, потому что реально мне жить на Павелецкой, ну, никак не хочется. Хотя Павелецкая очень хороший район, тоже центр. Вот там очень хороший дом с шикарной входной группой. Наверху будет бассейн, там зона для всяких вечеринок и так далее и тому подобное. У меня небольшая квартира. Моя квартира всего-навсего... Да, Яна осталась на Марьиной роще. Вот. Ну вот смотрите, вот выхожу я из подъезда, да? Ну вот стены покрасили, все нормально. Турник тут даже у меня висит. Подтягиваться мне, правда, нельзя с груди. Ну вы посмотрите на этот пол. Пол – это просто трэш. Хвалитесь чем? Рассказываю про свои жизненные достижения. Я когда смотрю на этот пол, я вот даже думаю, может быть мне, блин, пол вот здесь поменять? Подъезд. Видите, у меня здесь королевская резиденция, 5 звезд. Вот. Приходите в гости, все вам показала, и дом, и квартиру. Ну вот. Вот. Да, вот такие вот как бы полы. И знаете, в принципе, в доме живут вот не бедные люди. Сейчас буду раздеваться. В доме живут не бедные люди. Но когда разговаривала с нашим этим, ну как это называется, который глава этого ТСЖ, товарищества жильцов, разговаривала с ним и говорю, ну давайте нормальный-то ремонт сделаем. А он мне говорит,
Ну, типа, никто не соглашается. Да ремонт мне самой жалко. Знаете, мне его почему жалко? Мне даже не жалко там эти 5 миллионов. Хотя я никогда их не верну, потому что никогда, как бы, вы не вернете те деньги, которые вы вложили в ремонт полностью. Это как бы уже априори, это всем известно. Вы никогда этих денег не вернете, которые вы вложили в ремонт. Вот. Но, тем не менее... Слушайте, уже можно это, шубу надевать. Но, тем не менее, смотрите, жалко, как вам сказать, ну, особых сил там я не затратила, потому что у меня делал ремонт прораб и дизайнер, я вообще ни с чем как бы не сталкивалась, просто периодически вопела на прораба, как потерпевшая. Зачем я на него вопела? А консьерж у нас приходит попозже, в 9 утра. Там какая-то бабушка сидела, поэтому я ее вам не показала. Кстати, у нас вот этот вот дом, дом, в котором я купила квартиру, это дом Союза композиторов. И здесь живут, здесь очень-очень много... Здесь очень-очень много людей живут, те, кто раньше работали в Большом театре. Вот эту квартиру я покупала у бывшего балерина, который сейчас живет в Испании. Он танцевал в Большом театре, и вот у него именно я купила эту квартиру. Вот. У него здесь мама жила, потом мама решила тоже к нему в Испанию переехать. И он поэтому эту квартиру продал. И я как бы была, конечно, очень рада купить эту квартиру, потому что это, в принципе, была моя мечта, как я вам уже говорю. Вот. Ну, вот соседи не хотят скидываться, начала говорить и не договорилась, что реально соседи не хотят нифига ни на что скидываться. Им просто тупо... Я же утром вам говорила, я кровь ходила сдавать. Им просто тупо... Очень у меня вкусно все пахнет. Им просто тупо жалко денег. И им пофигу, какой у них пол. Вот, поэтому... Поэтому не дождешься. Вот. Так, ну что, я до дома дошла. До дома я дошла. У вас красивый костюм. Что за фирма? Костюм у меня Эскада Спорт. Эскада Спорт. Дорогая, дорогая фирма. Вот. Что я? Сейчас я буду завтракать. На завтрак у меня, как всегда, худеть легко. Ну, во-первых, у меня вот такие вот варенья без сахара. Недавно себе купила малина с яблочным соком, тоже без сахара. Вот. И у меня... Где у меня тут завтрак? На завтрак у меня ПП-сырники от моей компании «Худеть легко» с Еленой Сиджаровской. Вот сегодняшнее меню. Девиз, смотрите, всюду, где можно жить хорошо. У меня, кстати, вот там, видите, очень хорошо видно мечеть. Вот она, мечеть. Вот. На завтрак у меня сырники, на перекус пудинг из чиа, на обед куриные шашлыки с кабачками, перекус тортильи с индейкой, омлетом и овощами, ужин грибной жюльен. Вот. И моя любимая гуарана, всегда на страже, про которую я вам рассказывала. Вот смотрите, как выглядит мой обед. Это шашлычки из курицы с овощами, с цукини. Вот как выглядит мой перекус пудинг из чиа. Вот у меня тут есть еще вкусняшки. Это протеиновая паста, 23% протеина, вкус соленая карамель. Вот. И еще вот одна моя вкусняшка, тоже очень люблю. Это тоже паста. Паста из лесного ореха. Она протеиновая, и она без сахара. Да, вот это я все ем. А еще у меня здесь лежат обертывания для тела. Это мои обертывания. Вот. И еще вот у меня есть такая вкусняшка, 0 калорий фирма. Это клубнично-банановый джем, абсолютно без сахара, низкокалорийный, без ГМО. Тоже очень-очень-очень люблю.
Ребят, про витамины я же вам много раз рассказывала. Вот, кстати, купила маме еще в Америке добавку для сна, и все забываю ей отвезти. Это для мамы купила, да. И вот очень хороший эстроген, метаболизм, тоже буду пить, все никак не могу начать. А вот у меня еще одна протеиновая паста без сахара, 30% протеина. Вот. Смотрите. Ой, девочки, нет, ну, конечно же, за границей женщины вообще ни разу не упоротые по замужеству. Ну, вот вообще ни разу. Женщинам за границей на замужество вообще буквально просто наплевать. Их, естественно, я пью гормоны, мне 56 лет. Вот, естественно, им на замужество вообще наплевать. Вот мои книжки, да, буду скоро попу разыгрывать, вы меня все просите. Маме отвезу, у мамы сейчас идет ремонт, мы с сестрой затеяли у мамы ремонт, она нам вынесла уже весь мозг по поводу этого ремонта. Я даже когда в день начала ремонта, я просто позвонила маме и... Нет, я не пью никакой редуксин, а что такое редуксин? Вот купила себе туфельки, они почему-то у меня на сушильной машине. Ремонт идет полным ходом. Купила себе юбку твинсет. Купила юбку твинсет и вот такую вот майку. И тут тоже твинсет. И тут так резко похолодало, что, блин, уже не... Ну, какие эстрогены, ребят, что уже холод, уже как бы не до юбки. А, вот, кстати, вчера давала объявление. Сейчас еще раз смотрите. Конечно, пишу уже третью книгу. Вчера давала объявление... Заказала у своей Кати, вы знаете, да, у меня Катя сестра Байер, заказала пуховик, вот такой вот серебро с патиной, очень красивый пуховик, и он у меня, блин, не сходится в груди. Моя мощная грудь, ну как он сходится, ну вот так вот. Представляете? Поэтому пуховик продается. Дала вчера ужас. Это что, интересно, Исмаиловой Дине, что ужас? Наверное, моя божественная фигура для Исмаиловой Дины ужас. Вот, пуховик шикарный. Девчонки, он стоит всего 11 тысяч. Сейчас за такие деньги итальянский пуховик в Москве близко не купишь. Поэтому пишите моей Юле на WhatsApp, моей... От редуксина... А вспомнил, что такое редуксин. Ребята, вы вообще дебилы. Какой редуксин... С чего-то ради я буду разыгрывать пуховик за 11 тысяч. Вы вообще больные. С какой, кстати, я буду разыгрывать пуховик за 11 тысяч? Марка обуви новая. Сейчас покажу. Я у них много чего купила, кстати. Вот, так что пишите. В сторис есть WhatsApp. Юля у меня занимается продажей. Такой, знаете, он не просто серебряный, он как бы такой с патиной. И он очень стильный, реально. Его можно стирать в машинке, потому что все это мех эко. Вот, пишите. И еще один пуховик я тоже буду продавать. Сегодня сделаю сторис, потому что я вам к пуховику приложу открытку с автографом и могу даже приложить еще протеиновый батончик. Вот, и еще вот такой вот у меня есть пуховик от Морошки. Куда писать? WhatsApp моего администратора. Сейчас я вам его в конце скажу. Пуховик размер S. Вот полноценный размер S. И вот такой вот у меня еще очень крутой пуховик от Морошки. Он новый, я его себе купила. Но решила все-таки не оставлять, потому что у меня... Шуба синяя, блин. Шуба у меня синяя, и пуховик тоже синий. Вот. И этот пуховик, у него очень хорошая длина. Он стирается в машинке. С него вообще все пятна удаляются салфеткой. Вот. И он стоит у девочек, по-моему, 1012. А я его продам за 10. Этот пуховик полноценный, размер ML. Вот такой вот. Очень крутой, очень классный, очень теплый. Он до минус 30 градусов. Нереально крутой пуховик. Поэтому по пуховику прям пишите мне в директ. Отдам вам за 10 тысяч. Смотрите. Все это салфеточкой можно стереть с него и так далее, и тому подобное. Так, но телефоны я разыгрываю, мои дорогие, в рамках своего гива. Да?
В рамках своего гива я разыгрываю телефоны. А пуховик – это пуховик. Вот. И еще у меня... Блин, у меня тут миллион запасов. Еще у меня есть комбинезон, который мне тоже не нужен, потому что я планировала... планировала полететь, кататься в этом году на лыжах. Это дешево, девочки. Вот. Денег валом отдаю без них. Нет, мои дорогие, не отдам. Вот такой вот шикарный у меня есть комбез, такого потрясающего цвета. Тоже отдам его за 10 тысяч, хотя стоит он почти 20. Потому что на лыжах я в этом году, мех натуральный отстегивается. И кататься все-таки не поеду. Поеду на следующий год, чтобы Юру уже ставить и учить. Серебряный стоит 11 тысяч. Вот именно. Розыгрыш телефона сегодня вечером. Короче, по пуховикам, по комбинезону пишите. Вот этот вот комбинезон размер ML. Он и на S нормально, потому что он такого свободного покроя. Цвет очень красивый. Да, сколько не зарабатываю, все мои, поэтому, ребят, не завидуйте, а просто работайте. Я всегда вам говорю, мои дорогие, я не вижу ваших вопросов. Денежки просто так никому не даются. Денежки надо зарабатывать. Пишите в директ, и я их зарабатываю, понимаете? Зарабатываю трудом. А люди, которые любят халяву, вот вчера специально записала для вас песенку. О, 9. А те, кто любит халяву, знаете, халяву можно любить, и халяву можно получать, когда, например, я делаю какие-то розыгрыши. Но нельзя рассчитывать только на халяву. Выиграли – хорошо, не выиграли, мои дорогие, ну так поработайте и заработайте. Вот. Да, вчера записала вот такую вот песенку «Тебя манит мэймани». Ну, многих из вас манит мэймани, ребят. Ну, реально, надо просто работать, да? А то, что я разыгрываю, я разыгрываю. Я разыграла уже кучу подарков в этом гиве, все их отправила. Вот. И сейчас еще разыграю телефон. И уже совсем скоро я разыграю операцию вот на эту вот великолепную грудь. Либо вы можете сделать себе животик, да? Либо вы можете сделать себе глазки, либо вы можете сделать себе попу, либо выбрать деньги. Вот, этот вот розыгрыш для вас. То, что я разыгрываю, то я разыгрываю. А то, что я не разыгрываю, то я не разыгрываю. Про обувь. С днем тренера. День тренера был вчера. Про обувь. Вот еще взяла у них ботинки. Очень крутая. Я никогда не была бедной, мои дорогие, как бы вам не хотелось этого слышать, да? Бедные были молодые мамочки, которые жили в Зажопинске, в Задрючинске, и они в этом Зажопинске жили без пап, с мамой, которая работала на трех работах, они не видели ничего слаще морковки. Я всегда жила с достатком, у меня всегда были деньги, я всегда зарабатывала. Так вот, вот эти ботиночки тоже я у них взяла, и туфли та же марка. А как она называется, сейчас я вам покажу. Так, что-то хотел еще умное сказать. И на этом прекратить, потому что ко мне сейчас приедет Тамбовцев через полчаса. И мы будем с Тамбовцевым делать мейк, а потом поеду на очередные съемки. Да. Если те, кто меня не знают, хотят узнать, с кем вы имеете дело, вот, пожалуйста, Елена Санжаровская, лучший спортивный блогер 2019 года. Где купила ботиночки, сделаю вам сторис, потому что так вы не запомните. И все мои сумочки, которые от Луи Виттона, и все мои сумочки от Эрмес, которые стоят больше миллиона рублей из питона. И все мною честно заработано. Вот вам, пожалуйста, вхожу в 100 самых успешных женщин России 2019 года, да?
Вчера мне подарила инусик моя, и тут еще цветочек, сейчас надо посадить. Кактусик такой милый. Поставлю ванну, смотрите, какая попка. А, Тамбовцев может опоздать на 10-15 минут, но не более. Но не более. Вот, ребят, мы еще с Тамбовцевым выйдем, обязательно в эфир поболтаем, да. Вы любите мои с ним эфиры, я знаю. Вот, а вообще на самом деле уже... Уже холодно, и меня ждут мои шубки. У меня есть шубка из соболя, но самая крутая моя шубка, я вам сейчас ее покажу, эта шубка просто моя вообще гордость, моя любовь. Эта шубка моя гордость, моя любовь. За эту шубку я безмерно благодарна моей хорошей знакомой, подруге, сестре моего инусика, которая сделала мне именную шубку. Вот видите, здесь написано «Саншлена». Это норка. Это нереально крутая, качественная норка. И все это ручная работа. Здесь все вшито. Да? Вот это вот моя любимая шубка, скоро я ее уже буду носить. Она очень легкая, она очень крутая. Она вся в надписях. Челлендж, то есть мы меняемся, да? Рукав 2/3. Здесь на карманчике у меня где-то написано love, вот на этом, наверное, карманчике. Да, love. Да, и я эту шубку нереально обожаю. Ой. И здесь у меня есть перчаточки. У меня везде перчаточки, я их накажу. Да, я эту шубку просто обожаю. Это очень круто. Я хожу в ней по улицам. Мне улыбаются люди. Сзади написано «Саншлена, лайкни меня». Ну, детский вариант – это для вас. Вы, видимо, небольшого ума, просто девушка. Поэтому для вас детский вариант, а для меня нет. Все, мои хорошие, давайте... Буду наводить порядок. Еще раз вам напоминаю, вот по поводу этого пуховика, такую шубу испортить. Вот люди-то. Ребят, ну если у вас одна шубка, для вас это испортит. А для меня это эксклюзив, который стоит почти 500 000 рублей. И если вы не можете это оценить, ну просто каждый живет по своим как бы деньгам, скажем так, да. Для вас это испортить шубку, а для меня это получить кайф. Я себе в таком кайфе не отказываю. Все, дорогие, любимые, по пуховикам и комбинезону пишем в директ. Я вас люблю, я вам желаю всем отличного дня. И ждите, где-то через час мы выйдем в эфир с Тамбовцевым и расскажу вам, как всегда, вместе с Тамбовцевым. Ой, какая же она... Няшка. Саншлена, лайкни меня, хэштег... Вот, и расскажу вам очень-очень-очень, да, мне надо уже завтракать, я уже голодная, тем более сдавала кровушку. Все, целую, обнимаю, хорошего дня, давайте, девчонки, мальчишки, ждите родыгрыш айфона, это да, и ждите уже в ближайшее время, я проведу два вебинара, как конкретно начать зарабатывать. Расскажу вам все очень-очень-очень четко и последовательно. И вы узнаете, как начать зарабатывать, да? Это не будет вода, это не будет вода, это будет конкретное мясо, конкретные темы. Все, ждите.